распоряжение штаба. Переходи на ТВ штаба сразу. Строго на север, порядка 50 метров. Куда там побитые железо стоит? Спешимся, Айдар. Все там идти, я для больше для шайтана. Его же надо сейчас натравить на всех, или у меня без оптики? Я с калашом просто. У нас вообще винтовки нет. Пока да, нет. Оптики нет. Да, ну да, пока. Хорошо. Мне нравится твой настрой. Я так думаю, нам надо смотреть с севера, вот эту зеленку и пытаться занять ресурсы. С этой стороны 344 я никого не вижу. Ага, вижу, блять, лесу. 340. Это вражеский пуск, походу, был. Выстрел был. Накройте КПшкой, наверное, так что мы доверны. Вижу, вижу. Под огнем. Максимальный. Так, меня работают со стороны 344. Да, работаем, работаем. Я... 44, ну то есть... Кто-то тут трассера летят, блядь. Слон тоже может заняться через дорогу. Мне уже. Шайтан от тебя на 340. Заход. Вижу, лежит, но не знаю, мертвый или нет. В елках или не в елках? А у тебя нет в елках. Хрэмы просили перестать, не хочется. Нет. Кто-то выдвинулся, да, нападёшь? Ладно, я за ними. Где граната, там противник. Понял. Еще одну прокинул, там был в кустах. Давай, принял, смотрю туда. Харик, живой? Да. По мне. Запад, ближе к дороге, слон. Я понял. Сейчас стреляй, пойти стреляй. Да. Отходи, прикрою. Слон, 340, там, смотри, тело бегает, не вижу, свой, чужой, дальше тебя. В районе запора, правая часть. Нет, своих там не должно быть. Вижу, у домика. Вот тут, по мне! Противник. Да, по моей, да, метке? Да. Харюк, тиши, наверное, к домику. Домик, в смысле, к ангару? К белому домику. Не убейся. Метку дам. Блять, по нам пуск. Кто это такое? Это миномет. Миномет. А сюда сколько прилетают? Отошел к дому. Наверное, уходить уже оттуда. Пика, я не нашел вот этого хуя. Да хуй с ним, ты наблюдай эту сторону тогда. Смещаюсь. Осторожно, западнее снайпер. СВДшка. Упор. Живи, Харек. Начинай передвигаться тут. Харёк, не нужно. Видишь, как я вижу? Иду. Ярче тоже двигаюсь.
Пуск, пуск! Шайтан, где-то там он, блядь. Блядь, тут трава по пояс просто. Блядь, у нас что-то горит. У нас там камера. Докатались. Пробовал стоп. Убил одного. Второго. Он жив, падал, прикинь. Дай ориентир. Все, минус. Харюк, догоняй сюда быстрее, нужно прикрытие. Близко, далеко? Да, высоко бегу. Я рядом с тобой, Грек. Терчи, занимайся все время у вас. Прикройте сверху, сверху и с севера. Отставить не могу. Сейчас подхожу. Поднимусь наверх. Ярче, чем для восток все время. Смотрю я. Высотки можешь пройти. СВР это были. Здесь ГПшки еще есть, взял дальнюю вражескую. Угу, сейчас заберу. Уфу, давай. Пока молчат. Говорит. Я переходил в другом тоже. Так, слышу их КВшку, они бегают по каким-то домам там. Да лопать не хочу, есть лопать? Да не шарп, шайтан столько. Ты что еще раз? А, Харюк, у тебя птур стоит, а, сейчас дам метку. Ощущение, то, что они все на моей X2, которая сея восточно. Давай кого-то. Не, я один остался. Ну я. Ну ты там один в пизде, блядь, вокруг тебя враг, короче, так что на КВ-3, а ты удачный. Короче, парни, у них двое в Лопатино, один где-то у нас в тылу. Они ему сказали, удачи тебе, оставайся там, мы на КВ-3. То есть у нас где-то один должен быть, тут аккуратно. На ДВшка молчит. Поставил метку на двух противников. На юге, не рядом с нами. Грек, если можно вот в эту зеленку миномет закинуть сразу. Всех хорошо. Ярче, а что они делают? Бегут к нам или что? Они сидят рядом с короликом, не знаю, в бинокль смотрят. Так, не тушки. Сейчас попробую посмотреть их. Они с трубами, там еще один какой-то бег. Кажется, какое-то недобитое отделение. СВР, скорее всего. Их трое. Нет, СВР вот эти, наверное, на север ушли. А, в нашу сторону двигаются. Сейчас, один сейчас, СВД. Один СВД точно. О, отбирать. Четыре человека. Может, союзники вообще? Нет, там нет союзников, это противник. От коричневого нет. Коровника, да? Да. Там еще белые эти копна и сено. Надо зашкириться и отнять СВД. Так, вижу их. СВД уже есть. По ним прям пришло этот, блядь, миномет. Это танк был. Танк или танк. Все умерли, добить надо. Не, не, все живые. Не, живые. СВД да, это враги. Блин, там сейчас семерку. Просто минус все сразу. Попробовать ГПшки. Пусть в поле немного, не, слишком далеко. Пусть в поле немного выйдут. Один минус. СВД убегает на юго. Попробуй подавить тебя. Нет, нам работа с северо-запада. Шикан, где ты их мучишь? Харёк, это не по тебе? Нет. Зелёный дом.
Все, один 100% минус, двое ранены. Зашли туда на территорию. Харюх, ты жив? Угу. По нам вот работает это... ответка. У меня сюда нет, не надо писать. Хорошо, пролетает. Отходи, отходи, по кому работают. Могу дым дать. Да не, он хоть поем только встанет. Минус он. Да что ты опять встает, падла? Как минимум стрелять он точно не сможет. Че, мы не будем их оттуда выкуривать? Там еще двое должно быть. Да, за ним возвращаться. Зайдут в тылы ведь. А за нами идут отделенькие? Ну, за нами никто не идет, на метка зеленая даже. И дальше уже забор на север идут. А, принято, значит, хер с ними. Двое должны быть ранены у них. Просто предупреди, что могут этим же изменить за сосуд. Они в курсе, там метка на них стоит дальняя. Тут стоит шишига. Вижу, впереди враг. На 310, 200 метров. Едет шишига с запада сюда. Кто? Понятия не имею, но точно не наш. Готовлю РПГ. Уничтожено. Понял. Вот ты мне сейчас мешался, стоял. Угу, убил его. Блять, он с деревом слился, сука. Маскировка. Так, вот здесь вот можно на север уходить. Залёт. Кто сейчас работал? Не было. Близко что-то. Свой, наверное, блять. О, полмиллиметра. Дальше, дальше, дальше. Враг! Убил, убил, убил. Ранен. Все, пустой. Это значит где? Ранен, ранен. Он от тебя на... На юго-востоке. Назад, назад, Виктор, назад. Я бинтуюсь. Вон елочка одинокая, видимо. Давай, заматывай. Нога, нога правая. Угу. Эрик, слон живой? Слон живой. Я живой. Да, живой, враг говорит, мы с востока его обошли. Убил там одного. С востока обошли? Мы их с востока обошли. По мне, по мне. Блин, вижу откуда, сука. Да оттуда же, ровно зон. Попал? Попали? Что это? Не знаю. Нет, я видел, ты скрылся? Я скрылся, да, мне еще оружие заклинило не вовремя.
уже украинский, кстати. Хорошо. Все, держу. Все. Мы не успели, не успели, не успели. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте. Там вы найдете видео, которое скрыто на канале, анонсы, скриншоты и музыку. Ссылка в описании под видео.